Однажды много пятен на кофте я нашел, и в магазин за средством, конечно, не пошел. Куда же я пойду в такую непогоду? Возьму-ка лучше с полки электролизную воду. Нажатием неспешным на спусковой крючок я пятна удалился, запрыгал, как волчок. Пока упорно прыгал, перхоти натрес. Проблему порешаем, конечно, не вопрос. Шампунь I Life имбирный на голову нанес, и перхоть он собрал всю, как будто пылесос. Потом помыл я руки мылом от Greenleaf. Ароматерапия, конечно, позитив. Хотел сварить яичко, да плитка вся в жиру. Наверное, на работу я сегодня не пойду, но вспомнил, что есть средство, что антижир оно. И снова хэппи-энд с Greenleaf'ом, как в кино. Весь мусор чудо-швабра от Кардли соберет. Пока я пью чаечек и ем свой бутерброд. Бамбуковые тапки, что дома я носил, эффект от них массажный, я быстренько вкусил. И в этом состоянии провел я целый час. Когда в себя пришел я, закончился экстаз. Метался по квартире, словно ягоза, но маска, блин, с лавандой попалась на глаза. Пока супруги нету, испробуем эффект. А время все летело, и на часах обед. В тот день я на работу так и не попал. Greenleaf своей заботой меня хомутал. Да мало кто поспорит и мало кто осудит. У нас прекрасно знают о том, что Greenleaf рулит.